Технология блокчейн начинает подрывать государственный контроль над деньгами. Как сообщает Bitcoin.com, об этом 20 сентября во время своего выступления на конференции Shape the Future в Гонконге заявил Джон Макафи. Он отметил, что несмотря на то, что, например, правительство Китая отреагировало попытками регулирования или даже полного запрета на выезд лидеров индустрии из страны, это не остановит развитие криптобизнеса. Помимо этого, Макафи указал, что центральные власти чаще создают проблемы и мешают развитию, нежели поддерживают эту новую технологию.